Друзья мои, всем привет! И солнечно отбились. Я на улице Калаубани. Немножко сниму, пока иду. Что здесь у нас? Яблоки по лару, мандарины 2 лара. По пути что продается? Под 52 лара я выбрала. Пейхоа 3 лара. Груша 3 лара. Сегодня у нас вторник. Ветер такой сильный, что все сдувает, можно сказать. И холодный. Я оказалась здесь, мне нужно было. Осень, видите? Листья желтые, красиво. Кто в чем? Кто раздетый, кто слишком одет? Я, допустим, тепло одета. Тороплюсь. У тебя бы сегодня экзамены. Я должен уходить. Я тоже думаю, сделаю свои дела и побыстрее домой. Фреско. Этот маршрут вы тоже мой уже знаете. Здесь остановка. По Фреско я не очень-то часто захожу. Вот так пройду здесь и поворот налево. И наверх. Здесь что, одежда продается, наверное, этот секунд. А может и нет. А нет. Кажись, да. На той стороне тоже. Автобус заполнен. Сейчас ехала тоже на маршрутке. Было очень много людей. Долго не было маршрутки. Пришлось ждать. Калаубанская. Все еще улица, и далеко она туда идет. Здесь. Все, по-моему, для этого, для ремонта. Смотрю, здесь автобус. Это улица Триолетти, друзья.